выходил из дому и сказала Миша: «Я ухожу, Мишенька, а ты веди себя хорошо. Не шали без меня и ничего не трогай. За это я подарю тебе большой красный леденец». Мама ушла. Миша сначала вел себя хорошо, не шалил и ничего не трогал. Потом он только подставил к буфету стул, залез на него и открыл у буфета дверцу. Стоит, смотрит в буфет, а сам думает: «Это ничего не трогаю, только смотрю». А в буфете стояла сахарница. Он взял ее и поставил на стол. «Я только посмотрю, а ничего трогать не буду», думает. Открыл крышку, видит, там что-то красное сверху. «Эгей», говорит Миша, «да ведь это леденец. Наверное, как раз тот самый, который мне обещала мама». Он запустил сахарницу в руку и вытащил леденец. «Ого», говорит, «большущий и сладкий должно быть». Миша лизнул его и думает: «Пососу немножко и положу обратно». И стал сосать. Пососет, пососет и посмотрит, много ли еще осталось. И все ему кажется, что много. Наконец, леденец стал совсем маленький, толщиной со спичку. Тогда Мишенька положил его обратно в сахарницу. Стоит, пальцы облизывает, смотрит на леденец, а сам думает: «Съем-ка я его совсем. Все равно мне мама отдаст. Ведь я хорошо себя веду, не жалю и ничего такого не делаю». Он запустил сахарницу в руку, вытащил леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Взял ее, а она прилипла к рукам и бух на пол. Разбилась на две половинки, и сахар рассыпался. Мишенька испугался. «Что теперь мама скажет?» Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Они ничего, держатся, даже незаметно, что сахарница разбита. Он сложил весь сахар обратно, накрыл крышкой и осторожно поставил в буфет. Наконец мама приходит: «Ну как, хорошо ты себя вел?» «Хорошо, вот ты умница, получай леденец». Мама открыла буфет, взяла сахарницу, ах, сахарница развалилась, и сахар посыпался на пол. «Ну что же это такое? Ну кто же сахарницу разбил?» «Это не я, это она сама». «Ах, сама разбилась, ну это понятно, а леденец-то куда девался?» «Леденец, я его съел, я себя вел хорошо, ну и съел его, вот».